Представители акционерной компании «Полярные авиалинии» и работник аэропорта «Зырянка» позаботились о том, чтобы у людей, улетающих в Якутск и прилетающих в «Зырянку», было хорошее настроение. Уже неделю встречают и провожают самолеты «Полярных авиалиний» Дед Мороз и Снегурочка. Для каждого ребенка-пассажира у них обязательно находятся подарки и добрые пожелания. Но этим новогодние сюрпризы не ограничиваются. На территории аэропорта жителей и гостей поселка приветствует новогодняя елочка, украшенная игрушками ручной работы, которые изготовили ученики младших классов Зырянской средней школы.